Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация является правопреемником Союза СССР на своей территории, а также правопреемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза СССР за пределами территории РФ. Это поправки Владимира Владимировича Путина в Конституцию России. Ну, про тысячелетний рейх не будем, и так понятно. Оставим в стороне фразу «сохраняя преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Что, к святым псам? Это что значит? Я сейчас серьезно, без сарказма. Просто переведите мне это на русский язык. Это бессмысленный набор слов, попросту говоря, чушь. Ну да бог с ним, я вот о чем. Российская Федерация, предков, передавшим нам идеалы и веру в Бога. Государственное единство является правопреемником Союза СССР. Во-первых, российская, она либо федерация, либо государственное единство. Либо народы, входящие в федерацию, имеют право на самоопределение, либо унитарное государство. Либо так, либо так. Это взаимоисключающие понятия. Во-вторых, либо предки передали нам веру в Бога, либо правопреемник Союза СССР. В Союзе СССР не было веры в Бога. В Союзе СССР те, кто верил в Бога, стреляли по темницам. Так что нам передали предки? Стрелять попов или верить в Бога? Либо так. Это взаимоисключающие понятия. В-третьих, Российская Федерация появилась никак не тысячи лет назад. В самом лучшем случае она появилась в 1922 году. Как одна из союзных республик. До этого империя, царство, улус, ханство, княжество, никак не федерация. В-четвертых, если тысячелетняя история, то веру в какого бога, каких богов нам передали предки? В Аллаха, молитвой которому начинал и заканчивал свои повествования Афанасий Никитин, и сура, которому набита на шишаке Александра Невского. Тангрианство, поклонение Тенгри, обожествленному небу, бывшей основной религией улуса Джучи, Перун, Макош, Велес, Даджбокс, Цварог древних славян. Что еще? Пермские языческие деревянные идолы, о которых мы практически ничего не знаем и которые были уничтожены, сожжены дотла вместе с капищами, стерты из памяти Иваном. Каким там? Третьим, четвертым? Или богов финно-угорских племен, Одина, Тора и Фрей, память о которых передана нам Рюриком, Синеусом и Трувором. Есть мнение, что Киев был основан как иудейская торговая фрактория. Вам предки, что ли, передали веру в Иегову? Иудаизм будет официальной религией России? Но раз вы любите происконное тысячелетнее до самого начала, давайте копать. Или речь идет про славу КПСС, веру в которого нам передали наши непосредственные предки. Вот сколько себя помню, мои родители верили именно в него. В-пятых, про идеалы. Вот про идеалы не надо. Вот мой совет, про идеалы лучше вообще не надо. Про идеалы предков из Союза СССР мы уже поговорили. Стрелять людей на подвале, привязывать их к бревну, искатывать с лестницы на Сигирной горе на Соловках, миллионами зарывать в Беломорканал и прииски Индигирки, стучать, доносить, въезжать в квартиры расстрелянных. Вот самые близкие во все времена совка идеалы. Впрочем, тут все органично. Если полковник КГБ на троне, то идеалы Союза СССР это вполне подходящие. Или если речь о периоде веры в Бога, то какие идеалы тогда? Например, снохашество, да? Когда свекр силой и принуждениями заставлял вступать с собой в половую связь всех жен своих сыновей, которые эти приводили в дом, так что ли? А если связь невестки с большевиком, главом семьи, становилась всеобщим достоянием, то ее избивали до смерти за распутство, да и дело с концом.
Или это идеалы продажи детей, потому что один черт лишние рты и помрут от голода. Или содержание женщин взаперти. Да-да, в Москве и бабы, и особенно девки содержались как в гаремах взаперти. Или порка и розги – эти идеалы. Деспотизм мужа над женой, когда он мог ее просто забить до смерти. Вот, цитата из «Домостроя». «Обращение мужей с женами было таково, по обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая «дурак». За ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал до нога, привязывал веревками и сёк дураком до крови. Это называлось «учить жену». У иных мужей вместо плети играли ту же роль розги, и жену секли, как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина». И жену били, как скотину. Так, такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жену, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе не родит, и сам погублен будет и в этом веке, и в будущем, и дом свой погубит. Это, как вы понимаете, из «Домостроя». Человеколюбиво советует не бить жену кулаком по лицу, по глазам не бить и вообще не бить железным и деревянным орудием, чтобы не изувечить или не допустить до выкидыша ребенка, если она беременна. Вот. А плетью жену бить разумно и больно, и страшно, и здорово. Это нравственное правило проповедовалось православной церковью, и самим царям при венчании митрополиты и патриархи читали нравоучения о безусловной покорности жены мужу. Привыкшие к рабству, которое им было суждено волочить от пеленок до могилы, женщины не имели понятий о возможности иметь другие права и верили, что они в самом деле рождены для того, чтобы мужья их били. Зашибись! Или идеалы крепостничества? Раздельная продажа матери и ребенка, опричнина, сжигание в срубе, дыба, рекрутерство, продажа крестьян за рубеж. Ой, ну какие еще идеалы? Земли наши оскудели от войн и продаж. То ли Святослав, не помню. Продажа – это продажа в рабство. Так всех продали, что даже жить на земле стало некому. Один из трех основных источников княжеской казны – это меха, меды и рабы. До такой степени основной, что аж в английский язык вошло. Слав – славянин, славери – рабство. Или давайте поговорим про идеалы Улуса Джучи или про идеалы Ивана Грозного. Когда вода в Москве-реке стала мертвой от отбрасываемых в нее трупов, и вот этот весь трэш человек умудрился запихнуть в два абзаца. Поправка в Конституцию. А там этих абзацев еще пруд-пруди в этих поправках. И про недопущение искажения исторической памяти. Вот тут, кстати, полностью поддерживаю. Примеры исторической памяти я только что привел. Не дадим исказить их. И про подвиг народа. О, тут отдельно долго-долго можно говорить. Или хотите про Великую Отечественную? Да запросто. Республика Локоть, где народ полностью перешел на сторону немцев, взял власть в свои руки и саморучно вырезал под ноль всех большевиков и евреев. Про то ли миллион, то ли полтора русских, воевавших на стороне немцев. Про это? Или про заградотряды, без которых невозможно было остановить народ, совершивших подвиг аж до на берегах Волги. Или про ленд-лиз, когда народ в Магадане американский солидол ел, чем и выжил. Про панфиловцев и матросов, о которых не было. Да много про что еще можно говорить. Можно и более ранние вещи. Например, про то, что в Ледовом побоище, которого тоже не было, народ приотлично сражался на стороне псов-рыцарей. Их войско состояло как из чуди, так и из псковичей. Про то, что народ во главе с Дмитрием Донским воевал за Орду, с ханом Тахтамышем против сепаратиста Мамая говорить, наверное, не надо. Там еще много интересного понаписано про сирот, обязанность по воспитанию которых возлагается на государство. Вот Феликс Эдмундович одобрил бы. Вот кто профита был в этом деле. Сам родителей стрелял, сам детей воспитывал. Впрочем, и тут все органично получилось. Или матери тех детей, кого они 18 лет в танках гореть по всему миру посылают.
это, что ли, имеется в виду в этих поправках, в этих двух строчках? Про язык государствообразующего народа, который как народ опять не упоминается. Ну и еще дофига чего. В Конституции России и раньше можно было спокойно подтереться. Но теперь, пожалуй, это будет первый случай в истории, когда основной закон страны при желании можно признать ничтожным. Ну просто это бред, бред сивой кобылы. Вот так, дети, бывает, когда берутся за то, что ничего не понимают. А совет, по возможности избегайте этого. Это, ребята, вам прочитала замечательную, мне очень понравилась, блог Аркадия Бабченко. Ссылочка в описании. Всего доброго. Это о поправках нашего вождя, внесенных в Конституцию. Всем привет. Берегите себя.